Приветствую вас, дорогие друзья. На связи с вами Олег Антонов. Мы сегодня поговорим с вами о средиземноморской штукатурке, технике нанесения и византиечку. У нас сегодня с Андреем мастер-класс. Вот он сейчас упражняется в нанесении средиземноморской. Вот. Я сейчас ему еще раз покажу, поднесу. Ну, давай, Андрюша. Вот. Уже кое-что он усвоил. Теперь осталось ему самое такое простое. Возьми водички, Олег. Водички? Да, еще. Значит, что, какая может быть ошибка? Вот Андрей уже когда-то упражнялся, да? Вчера же тоже упражнялся. Да. Вот. И делал вывод какой, что болит рука, да? То есть получается слишком, он сказал, густой материал. Ну, сделал вывод такой, что вроде как сделал густой материал. И что еще? И сильно держал, прижимал руке. То есть материал, ну, инструмент был не расслаблен. Да, наверное, сюда немножко. Поэтому какое будет пожелание? Хорошее. То есть следи за тем, чтобы материал у вас был. Вот это наша модельная масса. Концентрация такая, ну или как, густота не такая, как пластилин, да, там, это же не глина, вот, а такая, как Кость этот любит, Олег, говорить, как сметанка, да. 15%. Да. Поэтому обязательно за этим следите, раз. За чистотой инструмента, два. И за густотой раза два. И ну и как вы опять работать с инструментом, то есть не нужно его сильно прижимать. То есть практически у нас тяжесть вот инструмента вся его, так сказать, то есть можно, я держу его там несколькими пальцами, да, инструмент, то есть делаю его практически там, используя только вес инструмента самого. В частности, этот павановский средний. Вот. Олег, ну дай мне ойкосовский в той сумочке моей. Еще добавил остроты. Маленький. Там в сумке в этой, да. Вот, да, аккуратненько. Итак, Андрей, еще раз. Ну, густота, мне кажется, еще можно водички. Олег, можно, наверное, еще добавлю. Ну, держи. То есть за основу что мы взяли? Здесь у нас бриз иркомовский. И немножко Венеции мы взяли. Сейчас я разведу. С каждым днем, говоришь, с каждым разом все сложнее и сложнее. Забирает влагу. Она влагу забирает у нас. Она не грунтованная. Ничего, ребята, мы сейчас. Вы тоже, да, можете тоже взять на вооружение, что, конечно, лучше загрунтовать ДВП-шку. Тогда у вас не будет, так сказать, она забирать влагу и с модельной массы. Ну и так же самое, когда мы работаем на стене. Тоже желательно. Да, загрунтовать стену. Ну вот она вроде как хоть чуть ожила. Да, уже лучше. Значит, еще раз среднеземноморская, да, уже были мастер-классы, мы показывали ребятам, ну я в всяком случае показывал. Вот. На что здесь особо? А он такие, видишь, не отработан. У нас там пишет. Ну, это такая, ну, не знаю, особенность, наверное, да, нового инструмента, ну, в частности, паван. У него не отработаны краешки. Мы уже отмечали это в прошлый раз. Я тебе вчера показывал. Да. Если можешь показать, как заточены углы вот эти. Да. Ну, сейчас я уберу. Можешь сказать, что вот у Икоса более полукруг больше, видишь? Да, вот даже не видит, что... Полукруг здесь больше, да, и за счет этого получается. Но здесь тоже это не смертельно. Взяли наш датчичку, и тебе, Андрей, тоже будет. Вот здесь снимешь немножко, здесь, и тогда не будет вот этих вот полосок. Там, я надеюсь, видно, да, Олег, вот эти вот
который вот там. Я сделаю вот так, тогда будет точно видно против света. Вот эти полоски? Видно, видно. Да, вот они остаются за счет того, что... А теперь смотрите, что получается ниже. Когда мы берем, например, тот же уже ойкосовский. Который уже... Просто отработанный. Да, ну или отработанный, да. Что получается, этих уже полос он не оставляет. Дает прекрасные крылья. Значит, еще, ну, то есть можешь вернуться, то есть, да, по Средиземноморской, что получается? Вот мы ее взяли и материал нанесли, например, там толщиной где-то в, ну, полторушку, 2 миллиметра. И шпательком вроде мы как берем часть материала и протягиваем по модельной массе. Протянули, отпустили, протянули, отпустили. Еще раз протянули, отпустили. Протянули, отпустили. Попал еще. Следи дальше, да, Андрюш? Вот у нас получается. Значит, что получается? Здесь вроде как бутона, да, вот на этом образце. Угу. Вот мы на серединку положили, да, модельную массу. Потом еще раз, да, с середины еще раз добавляем. Вот так немножко, вот так. Вот так. Вот получается как будто бы лепесток. Ну, вот напротив света. Там, да, напротив света хорошо. Да, вот хорошо видно. Вот теперь можешь попробовать этим. Этот мы еще настроим. Так, давай я сейчас его включу. А ты попробуй вот этим. О! Так. Точно, точно. Что на движении. Ну тут что тоже нужно? На палочке. А? На палочке. Это легче не оперировать. Ну тогда возьми, там пала есть, удочка сейчас перенесем. Да, ну пока, да, Средиземноморскую мы так отметим. Вверху. Ну что, давай еще раз. Давай теперь со мной. Попробуем. Значит, вот берешь руку и ведешь. Ведешь, даже можно вести аж туда, понял? Не обязательно там останавливаться только на... Ты же когда будешь на стенке работать, у тебя же не будет. О. Главное, что ты понимал, что вот накат идет, берега отпускаешь, чтобы не было... когда ты ведешь, чтобы не перехлестывал следующий... Ну, тут уже рисунок, который ты нанес. Угу, чтобы не дальше. Да. А раз, например, здесь последний раз. Можно, например, и перерисуешь, ничего там сразу. Главное, что принцип, как накатывается водичка на берег. Вот. Только пока не бери ее. Пускай отснимет Средиземноморск. Так. Вот и смотришь. Все. Смотри, ты сейчас сделал вот вроде как чешуйку, да? Да. Ты его положил, 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 положил. Ну, понял, чешуя пошла. Ну да. А можно разу. Желательно сделать такой бутончик, да, чтобы у тебя получается, вот ты, например, ну, отсюда, так и задумывал, да. Отсюда ты пошел, да, угу. Потом отсюда пошел, видишь, вроде как разворачивай немножко, знаешь, вот так, да, сюда, 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 понял? Сюда пошел, сюда, 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 видишь, то есть сюда, вот так можешь, то есть повернул сюда, то есть за часовой, против часовой. О, да. Да, то есть вправо-влево, влево-право заводишь. Вот. А ну сейчас, Олег, давай сейчас я попробую ее снять аккуратненько и быстренько наденем. Держи пока. Просто паузу дай. А? Да, мы вернемся через 2 минуты, скажи дай. Ну ладно, подожди тогда. Сейчас я еще отрисую. Может быть, сейчас покажу им. А ну. Нет. Нормально, нормально. Андрюш, ты слишком
Примайся, да. Не примайся. Да. Ты да, держи в голове не рисунок, а держи в голове движение. Помнишь, мы говорили о почерке? То ты же не задумываешься, когда пишешь. Ты просто пишешь. Вот тут самое, образ у тебя есть, волн, да, вот этого бутона. И все, и есть техника нанесения, да, то есть меньше угол, понял? Материал остается. Больше угол делаешь, материал снимается. И вот этот вот отрыв, да, отлип, как можно назвать его. Ну, сейчас я покажу, что получилось. Нет еще. Ну давай я им сейчас покажу, покажу им, и мы перейдем к следующему. Так, еще раз тогда следи за мной. Ну уже получается, уже получается. Ты слишком такой, ну, критичный к себе. Смотри. Вот я раз. Вот я два. Вот я раз. Понял? Понял? За часовой, против часовой. За часовой, против часовой. За часовой, против часовой. И держу образ, как ты говоришь, бутончика. Понял? А что значит бутон? Сюда я уже не захожу, на серединку. На середине у меня уже есть рисунок. Мне нужно сделать еще на, ну, по краям. Вот я его положил. Вправо, влево. Вправо, влево. Влево, вправо. Понял? И вот я смотри. Сейчас мы его на свет. Держи потом шпателёчек. Смотри, тут когда будет скользящий свет, видишь, о! Вот оно, так сказать. Понял, да? Да. Ну а дальше что? Вот. Все, дальше оно, получается, должно остаться. Так сказать, ну, сохнуть. Вот. Сейчас я просто хотел им показать, будет ли это видно. Сейчас ты подержишь образец, а я им сейчас попробую показать. Да, вот как оно. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, вот так, наверное. Посмотрим, что получается. Ну, вот, наверное, наверное. То есть даже, видишь, он даже вот то, что у нас осталось там, маракешек, это тоже оно дает свой, ну, так сказать, свой упражняться с камерой. Али, ты же хотел посмотреть, как она работает. Да, я помню, что там камера включена. Что у нас? Андрюша, мы еще ему раздали задание на средиземноморку и видим, что с каждым, да, с каждым движением все смелее и смелее у него, и все лучше и лучше. Вот. Тем более такой парень боевой, он камеры не стесняется. Да, еще нужно сказать, что человек делает это первый раз, а то... Там бывают такие комментарии, что вы там целый час полируете там один пол квадратного метра. То, ребята, это ученики. То есть ребята, которые учатся, это не профессионалы. Поэтому профессионалов просим покинуть зал, так сказать. Смотрите другие видео. Да, урок номер два. Да, вернется к уроку номер. Там есть такие умники. То есть это таких умников не касается. Смотрите там. Что там у них есть там? Джорджа Гроссела. Да? Гроссан. Гроссан, да. Ну, в общем, да, найдете вы для себя, так сказать. Да, супермастер. Да, 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 да. Здесь для учеников, поэтому. Для учеников они занимают первые ряды. Итак. Что еще раз, Андрюша? Ты, может, говори, не молчи, а то ты так молчишь и начинаешь. Ощущения какие-то. Да. Пыхтеть. Вот когда ты замечаешь вот такое движение у тебя пошло, вот это, вот, видишь, вот это, вот лучи идут. Это говорит у тебя, что присыхает материал на плане. А особенно, когда ты ловишь вот такие какие-то вещи, то будь внимательным. Помнишь, когда вот ты начал, у тебя уже получилось, и что ты сделал? Захотел еще лучше его сделать? Да? Ну, было же, уже было классно. Ты было, только... да. Было классно. Урок номер один. Да. Главное вовремя остановиться. Слышишь, урок как, Олег? Номер один. Главное... Нет, первый урок – это чистота инструмента. Урок, да, номер два – вовремя остановиться. Смотри, у тебя уже есть здесь материал, да? Теперь тебе остается его нанести только с краюшки. То есть на середину она тебя уже у нас устраивает.
Попробуй теперь нанести краешек. И все. Олег, ты так взял, что так он мог стоять и на этом, на штативе. Ты работай, заходи сюда, с этой стороны. У тебя же поле деятельности. Меня хорошо. Руку снимаю. Крупный план руки снимаю. Все снимаю. Только вы что-то говорите мало. Так а что говорить? Я вот отсюда буду вообще снимать. Да, я опять. Против... Можно опять, я мог против поставить на штатив. Света... Олег, если ты так будешь его держать, то лучше на штатив поставить и. Специально ждали тебе камеру, чтобы ты там играй, да, играй, ходи там, скажи мне, отступить, я отступлю. Так тут лучше всего видно. Вот если бы вот эта лампа вот тут висела, было бы замечательно. Ну. Вот Андрюха сейчас поделится своим впечатлением. Ну пока он молчит. Будет все гарно. Пока он молчит, он сосредоточен на работе. Наверное, слишком критичен. Да, это у тебя есть. Это такой максималист еще тот. Это и, поначалу. Да. Итак. С Олегом вычислили формулу, кто к себе критичен. Да. Тот, кто мало протянул метража, тот критичен. И начинает к максимализму тянуться. Да. Что типа ищет там идеала во всех работах и так далее. А тот, кто километражи протянул уже, тот уже не обращает внимания. Да. Наверное. Так что все, оставь. Помнишь, мы говорили, вовремя остановиться. Оставь. То есть если ты чувствуешь, что. Все. Да. Вот уголок еще чувствуешь. Да, значит, давай. Или ты хочешь уже свалить. Да, это его будет. Да, чтобы... просто уголок, дальше не лезь. Просто с угла. Поправить, да, и раз. Все. Как получилось, только чтобы закрыть материал. Да, 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 да. Ну давай, я вам покажу, чтобы. Итак. Что получилось. Ощущения какие. Да, у нашего первый. Так сказать, это первая его ласточка. Вот такая красота получилась, ребята. Вот то, что ради чего мы и приезжаем сюда на эти мастер-классы, оставляем свои объекты. Это вот. С первого раза. Да, ребята, ну, хорошо. Это. Ну что, ребята, продолжаем наш такой импровизированный мастер-класс. Да, кстати, мы же так и не сказали, где мы находимся. Это завод Ирком. Только другая комната. Да, только другая комната. Мы там сейчас ребята работают, делают образцы, и мы взяли мольбертик тут. Пристроились возле бильярдного стола. Итак, сейчас мы хотим вам показать византийку. Ну, Андрюха выявил желание, я уже, так сказать, поддержал его. Вот. Со Среднеземноморской, так сказать, он управился на отлично, теперь ему остается освоить византийку. Но материала нужно чуть больше для византийки. Ну, это для начала, чтобы ты просто понимал, как она делается. Вот движение. Олег, ну придержи. Понял, нас идет. Пошла. Всей плоскости или только? Ну, можешь всей, можешь вот так протягивать. Угу. Вот, протянул. Протянул. То есть для начинания вот, сам, вот такая, самая такая будет. Потом протянешь вот сюда ее. Понял? Угу. На. Попробуй, как она вообще тогда тягается, мы тебе пострахуем с Олегом. Да, да, да. Подожди, давай чуть дальше его отодвинем. Нет, раз упор. Нет, ему понятно упор, но ему нужно разгон. Как я буду показывать? Упор это понятно. Да. Удержать. Ну давай вот так. Смотри, момент. У тебя должно быть, держи. Да. Ты должен работать. Вот этой части. Это, да? Не краешка, а именно вот этой части. Даже вот такой вот части. Вот. Как это достигается? У тебя должно быть чистое все, кроме вот этой вот этого носика. Угу. То есть постоянно у тебя. Если где-то влип, просто снимаешь. Вот это все снимаешь. И оттуда все снимаешь. У тебя край есть. И ты берешь вот этот край. Вот себе просто раз, и вот этим краем ты работаешь. Видишь, как я держу? Вот. Только где-то влип, сразу подчищаешь. Понял? Ну, давай пробуем. Потому что я вижу, что ты когда стараешься работать, ты именно передняя часть у тебя следы оставляет.
И не работай вот долго. Вот только ушел у тебя материал, тебе надо подкидывать его туда. То есть раз, бери, бери, вот этой кучкой работай. То есть ты ей малюешь. Вот видишь, ты давишь передней частью, и остается след. А такого не должно быть. То есть это у тебя образец имеет край и край. А представь, ты это делаешь на стене, вот тебе надо вот так сделать. И у тебя будет все вот в таких вот следах, знаешь, вот в таких вот. То есть где поставил шпатель, там у тебя оно и останется. А чтобы такого не было, это получается у тебя должно быть как удобнее вот человеку, да? И начиная вот с края. Вот это у тебя, считай, угол, да? И у тебя должно быть, смотри как. Раз, два, раз, два. И вот такими вот, ты как бы, если ты тут след поставил, то вот этим ты его перекрыл, да? След поставил, этим перекрыл. И тогда второй косичкой, когда второй у тебя ход пойдет, ты перекрываешь уже вот этот след, видишь? И тогда у тебя получаем, этот заходит сюда, этот перекрывает этот. Ну, в общем, такая косичка выходит. Это если, чтобы ты не пересекал себе нигде следов от ровного вот этого края не оставлял. Все-таки надо на шпатель еще взять чуть-чуть, по-моему, мне кажется. Не лезвием, а именно вот этим куском, вот тут, вот так, вот представь себе в голове там где-то, вот это место, вот. Давай, сейчас увидишь, что получится, когда ты вторую положишь, третью положишь, увидишь сейчас. Давай еще раз, поехали теперь сюда, вот перекрест пошел. О, еще, давай, о. Теперь вот точно так же тут косичку плети. А потом уже будем смотреть, как у тебя получается. Видишь, просто маленький шпатель, надо, может, было больше. Так, а тот почему не подходит? Он ровный, понимаешь, у него лодочки нет вот здесь. Он цепляет кормой. Вот давай, тут. Да, у меня все средний есть. Да? Ну, уже нормальный такой? Ну, попробуем. Ну, давай, попробуем. Вот сейчас мы маленький отложим и средним попробуем. Потому что маленького жесткий он сильный, он, видно... Не хватает у него вот этого изгиба. О, вот это должно у тебя получиться. Вот этот вот это движение у тебя только что было. Вот это оно. Вот это. Видишь? Я начал понимать. Вот это. То есть, понимаешь, ты именно работаешь вот этим 2-миллиметровым просветом между шпателем и доской. Так что, да, или стеной. Вот попробуй большим, да, большим. Там изгибчик чуть-чуть больше уже получается. Вот сейчас... Сразу почувствуешь, как тебе будет и легче. О, видишь? То есть, и старайся как бы не придавливай сильно. Вот эти 2 миллиметра играют роль. Вот эти 2 миллиметра. Между доской. Почему ты берешь материал на шпатель? Зачем? Чувствуешь? Вот зачем ты берешь материал вот сюда на шпатель? Вот скажи. Чтобы сыграть. Чтобы себе вот этот 2-миллиметровый просвет и оставить. То есть у тебя не железо должно ходить по стене, а вот эта вот кучка вот этого вот, да, материала. Можешь даже сделать, чтобы тебе легче было, вот у тебя когда на шпателе, вот сними вот эту вот массу, сними. Просто сними. Забери ее туда на шпатель. Вот у тебя вообще голая стена. И теперь смотри. Вот так можешь делать. Вот. Не набирать, а вот так. Вот так. И вот этим вот работать. Видишь? Только закончилось, сразу идешь за следующей порцией. Видишь? Вот этим отлипом, вот. Видишь? Не прижимая железо вообще к доске. Вообще не, даже забудь, что там касается как-то. Это отлип получается. Что выйдет, сейчас посмотрим. Расслабь. Вот тут точно надо расслабить руку. Если напряжешь, сразу у тебя пойдет косяк. Либо задом врежешься, либо прилипнет, либо еще что-нибудь. То есть там должно быть такое...
вроде ты его еле-еле держишь, но контролируешь, чтобы не пластилин не прилепил его. Ну, вот попытался донести, что надо вот этим отлипом работать. Ага. И тогда получится у него вот эта пёристость, вот это, знаешь, как она называется? Ты прицепись. Да я держу и... Ты можешь и двигаться, и не нужно тебе там... Да, и могу двигаться как-то тогда уже. Чувствуешь или нет? Вот у тебя вот это получилось уже. Может быть, тебе пока будет легче, наверное. Давай попробуем, знаешь как? Вот так попробуй сделать. Сначала попробуй ровную линию провести, чтобы ты отлип почувствовал. Ровную линию проведи, да? Потом проведи ее в эту сторону. И потом вот так. Поводи. Ну, сначала просто передом поводи, потому что будешь врезаться. Вот видишь, как я. А потом, когда ты будешь уже это чувствовать, тогда начнешь делать вот это. Понимаешь? Без остановок. А уже потом вот это пойдешь косичку, наверное. Вот так будет, наверное, тебе легче. Чтобы ты только почувствовал, как ты ведешь его, контролируя слой. Вот тогда будет удобнее. Просто проведи, давай. Ну, видишь, у тебя это получается. Еще раз по нему же. Видишь, вот это много, а там мало. Вот его распредели. О, и пошел, смело. Давай, как утюжком. Раз, и все. Еще раз отсюда туда. И погнали. Давай. Вот видишь, что получается, когда его не хватает. Вот это тоже запоминает. Но я ему говорю, что может ему легче с Дамаска, вот, чтобы он как утюжком научился водить, знаешь? Просто на себя, вот это движение, контроль просвета. А потом уже волны пойдут, бо и сразу и волны, и косичку. А вот тут вот провел вот пару раз вот ровно, и уже более-менее... Так вот это и есть принцип, чтобы он чувствовал вот этот вот просвет. Не, сразу носиком только делай. Кормой пока туда-сюда, это еще пока не иди туда. Просто на себя чуть-чуть, вот так как тянешь что-то, да. Ну что, любит друзья, хлопчики, девчатка. Попробовали мы византийку, да, там попрактиковались, так сказать, поделали упражнения. И Олег решил сделать еще один ход конем, а именно показать дамасскую штукатурку. Может быть, на дамасской будет легче освоить эту технику на отлип. Значит, в чем она преимущество? То есть она проще, конечно, чем византийка. То есть мы взяли материал и там, протягиваем, попробовать. Сейчас моей рукой ты почувствовал. Нет, еще легче. Видишь, где оно получается? Mm-hmm. Вот, видишь рисунок, да. Значит, что? Не прижимаем, а что только делаем? Как это, операцию ты можешь назвать? Оттягиваем. Вот, попробуй оттянуть, просто оттянуть. В чем отличие от этого? У тебя уже получилось. Да. То есть уже почувствовал, да? То есть не прижимай материал, а вот именно легким. Причем, посмотри, где-то нужно исправить. Нет, ты не тяни пока, ты только дамаску. То есть тут и мы уже ты. Ну, понятно. Сейчас пройдешь еще и туда мы дойдем. Как только ты вот это почувствуешь, да. У тебя уже потом рука сама будет волной крути, как хочешь. Смотри, материал нужно добавить, Владимир Андреевич. Давай секундочку. Да. Вот смотри, что мы. Если нужно материал добавить, вот у нас есть шпатель. Вот мы раз добавили, видишь? Раз добавили.
И также на стене мы можем создавать подобные вещи. Понял? Понял. То есть чик. И тогда мы на вот этих площадочках, они вроде как нам, ну, я не знаю, как это назвать, там, маячки, что ли, да? Мы по этим очкам уже будем двигаться. Ну, попробуем. Не, это много-много. Ну, хорошо, ложи, чтобы ты почувствовал, сколько материала нужно ложить. И почувствовал, как на этом маячке оно прокатывает. Насколько они нужны, насколько они полезны вот в Дамаске. Ну что, гарно. Вот смотри, да. Возвращаясь сюда. Например, смотри, что нас интересует. Нас интересует здесь добавить материал, да, здесь немножко добавить. И сейчас покажем на просвет, какая красота у тебя получилась. Это уже твое, твоя уже авторская. А потом с этого, да, сделаем византийку. Давай добавлю. Да, уже видно. Уже видно. На просвет, мне кажется, будет еще интересно. Вот, класс. Ну хорошо. Да, человеку закончить. Ну что, чувствуешь? Или нет еще? Да, ну. А что у тебя, какие вопросы? Говори. Практика понятна. Ну получается ли, ты уже этим не грузишь, да? Понял, да? Потому что бывает ошибка, когда ребята начинают, у них почему-то всегда этот, так сказать, ну, как назвать его, стопа, да, начинает постоянно западать, и они грузятся в материал. Ну. По той причине, что они думают, что этот рисунок создается с помощью нажима, а он, оказывается, создается с помощью... Наоборот, да. Да. Легким движением приподнять, да. Да, вот, что ты скользишь, да, по верхушкам. Ты вроде как взъерошиваешь материал. Так, теперь смотрим, что получилось. Если что, мы потом еще добавим. Смотрим. Ну да, тут не очень, да, так. Вот так. Да, вот так, наверное, будет хорошо. Да? Это оно. В общем, травентин. Да. Лучше. Да, лучше. Так, ребята, тут наконец-то мы уже жалко его трогать. Давай, наверное, возьмем другую. Вот здесь наш многочасовые, так сказать, усилия Андрюхи, ну и наши с Олегом рядышком, вот привели к такому замечательному результату нашей византийки. Теперь мы покажем, как это все, ну, в миниатюре, мы не будем вас часто, так сказать, мурыжить. Вот. Ну вот, Андрюха, что вот помогло тебе, да, достичь? Да. Что, вот на что ты бы, например, посоветовал бы обратить внимание, так сказать, молодым декораторам, венецианщикам? На быстроту движений. То есть на скорость? На скорость, да. Ага. Чем быстрее, тем меньше проблем. И как бы мне помогло то, что я вообразил, что я рисую сердечки. Вот так. Оп. И быстро. Очень все. Ну и покажи им, да, вот эти движения. Вот так. Раз, два. Вот такой скорость туда. То есть сначала что ты? На голом. Экспозиторчики, да? Так. На голом экспозиторчике. Просто отрабатывал движение. Потом что ты? Добавлял, взял, брал немножко материала, да? Материал, так. И это тоже не помогло. Вот помогло тебе только вот этот вариант, что... Вот этот, пока представил себе, вообразил, что я делаю, да. Вот эти движения. Да. Отработал без материала. Тогда получилось. Ага. Теперь давай еще раз со мной. Смотри, вот эти сердечки, когда ты делаешь, смотри, вот они, вроде как начинаешь, видишь, вот он. Смотри, еще раз сердечко рисуешь, вот, и сюда заходит. Еще раз взял, и сюда ты возвращаешься. Видишь? Да. Попробуй. Раз, два. Но видишь, мне тут хвостика не нужно. Смотри. Я понял. Вот пошел. И оставляю. Все, видишь, и здесь вроде как вышел. Да, да. Потом взял отсюда и шух, и сюда. Вышел. Да. И то, что помнишь, мы говорили, чтобы в памяти у тебя было вот этим ты местом работаешь, не носочком, да, а вроде так, ну, третья часть, да, или как карточка, или как мы ее назовем. И помнишь, что у нас еще помогло? Носочек больше. Ну, носочек пускай это будет. И на чем мы еще, чтобы ты не сосредотачивался на рисунке. На рисунке, да. Это тоже большая ошибка у начинающих, начинают сосредотачиваться на рисунке и теряют, вот, ну, технику, да, и быстроту, потому что если чуть медленнее, как ты видишь, все начинает прилипать, да? Да. Вот, вот сейчас мы вернемся еще раз к нашему образцу и обычно уже презентируем его вживую. Ничего, мы там сейчас планируем, мы же понимаем, что ты в первый раз. Добавляем материал. Сейчас. Все правильно делает, то есть ощущает и все правильно.
Ты не взял немного материала на поверхность. Андрей. Помнишь, когда я тебе говорил? Вот тот контакт. Да, вот ты про этот контакт забыл. То есть немножко материала берете в наш потолек. Есть немножко. Сначала попробуй его замазать. Стоп. Попробуй, возьми материал. Прямо на него ложи. Да, и положи на него материал. Положи, положи, еще, еще, еще. Положи, еще возьми со шпатой. Бери с ним. Положи, замазал. А теперь эту кучку размазал. А теперь давай, чуть-чуть. Только не забывай про цель действия, мы так удержим. Сейчас, сейчас, сейчас. Подержите. Только на движении. Андрей, если я тащу, только на движении. Будет правильное движение, будут легкие движения. Знаешь, такие, вот тогда я говорю, видишь, легкие движения, не тащишься на рисунке, и все тебе получается. Только начинаешь тащиться на рисунке, и все, сразу начинаешь. Я понимаю, но как-то автоматически получается. Я это понимаю, но как-то автоматически все происходит. Да, 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 да. Да, пока это у тебя будет, как-то мышечная память пока включится. Ну, это все нужно, да, практика. Да. Но уже... Убери со шпатель лишнее, потому что она может у тебя с этой стороны. Сейчас, сейчас, сейчас. С этой стороны, да, он должен быть чистенький. И что? Берешь немножко, да? Да, немножко. На, вот сейчас я покажу сколько. Буквально вот раз, даже еще чуть больше. Вот столько, да, взяли на материал, чтобы, ну, на шпатель, чтобы у вас было вот это соприкосновение, да, там, магнитик сработал. Вот. И на как таком на весу. То есть его не нужно нажимать, да, вот на весу вы вроде как поднимаете материал потылечком. Приподняли верхний слой, приподняли верхний слой. За счет этого создается вот этот рисунок из антики. Понял? Mm-hmm. Поднятие верхних, то есть без насыпных нажимов, только вот он скользит у тебя по поверхности. Молодец. Молодец. Бросай туда материал, ты так его не заделаешь. Бросай материал, который есть туда. И пошел. Олег, ты постракуй его там, чтобы он не сорвал. И еще, вот у тебя не спеши, смотри, и каждый раз помни о том магнетизме, смотри, вот ты потерял его, да, да. Здесь не нужно там сильно создавать что-то, как я, например, там. Вот, видишь, пошел, мне нужно, я еще раз чуть-чуть взял, понимаешь, пошел, нужно еще взял, то есть я чувствую, да, когда мне этот материал, ну, вроде как не хватает этого прихватика, понял? Смотри. То есть они чуть-чуть меньше, да, сердечки? Угу. И такие они более такие кругленькие. Не такие, да? Ну, вытянутые, как у тебя. Угу. А делай более кругленькие. Ничего нету сложного, оставайтесь так. Чуть-чуть не осталось. Он просто уже начал, у меня плата получилась, он еще, помнишь, мы говорили? Вовремя остановиться надо. Вот, да. Ребята, тут наша техника. Короче, да, все, сейчас я доделаю это и все. Вовремя остановиться. Ты уже залипать начал? Да, мы залипать, потому что материал уже побывал на доске. Поверхность забрал у тебя влагу,
материалы. Да, это повановский Олега любимый шпатель. Вот. Для Венеции, по-моему, если делать ласточкой, то это лучше некуда. Да, ну вот Олег, да, для Олега это один из лучших. Значит, здесь какое будет пожелание, предложение. То есть можно делать и ласточкой, и такой ласточкой. Тут не... Просто дали по-вановски. Для чего? Чтобы, получается, Андрей, он у нас, ну, профессиональный маляр, да, он шпаклюет аж бегом. Вот. И ну, у него, конечно, там в сознании, в голове все это шпаклевка остается. То есть он воспринимает Венецию как... Ну, как шпаклевку, только цветную. Финишную шпаклевку, только цветную. Но где-то, где-то это правда. То есть это до того момента, пока вы ну, не захотите стать там, профессионально этим заниматься. Вот. А если уже профессионально, то тут приходит какой маневр, что здесь все-таки вы рисуете, ребят, рисуете шпателем. Шпатель у вас вроде как мастихин, да, а уже Венеция, это у вас уже как... Как масляная бумага, пускай это акриловая краска, неважно. Но краска. Вот. И здесь что мы берем во внимание? Он ложит материал. Не нужно, например, там, сильно напрягать руку. Вот он положил кляксочку в одну сторону, снимает другую кляксочку в сторону. Положил за часовой, снимает против часовой. Да, положил. Сейчас он его дамажит и положит. Сейчас вот. Покажу, как у него получается. Положил, снял, положил, снял. Чистишь шпатель да. Быстро, бегом. И вот. Да, а где там мой? Нет, нет, вот давай мой ему, чтобы он пока это помоет. Вот ему на плепострахов. Одна сторона чистая. Ну, я сейчас ему и вытру. Давай, с полосой. Да. Сейчас мы его почистим. Вот, и ты почувствуешь, да, вот эту полировочку. Тоже не спеши, тут тоже у нее это Олег тут паникер. Тут не надо сильно, тут надо с чувством, с толком. И потихоньку, не нажимая сильно. Вот. По какой причине? Что если ты сильно нажмешь, то что ты сделаешь? Подниму. Ты, да, ты получается пленку создашь сразу, а материал под низом не успеет высохнуть. И ты его просто сорвешь, понимаешь? Вот. Поэтому, ребята, я уже эту байку рассказывал, повторюсь еще. Создается впечатление какое? Скольжение. Вот как конек скользит по льду, да, за счет чего мы двигаемся по льду, тонкая пленка воды создается за счет трения. Вот. Здесь такая же история. То есть мы проводим лезвием шпателем, получается тонкая пленка, вот это акрила. Вот. И мы не спеша, вот мы его потихоньку, да. И вот ты должен почувствовать, вот, как где оно магнитит, а потом уже где оно будет у тебя уже идти, вот как мы называем, как по маслу. Стоп. Раз. На одном не возюкай, у тебя вот еще пройдись по этому месту. Сначала все место, ну, всю плоскость, какую ты положил. Стоп, 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 стоп. Ты здесь еще не водил. Сначала пройдись вот не легкими движениями по всей плоскости. Тут я уже провел. Ты стой, стой, не спеши. Ты чувствуешь, Андрюша, сейчас тебе нужно почувствовать, где вот когда она магнитит. Вот возьми руку. Чуть-чуть не нужно, тут надо, знаешь, как сапер. Положил, да, и вот чувствуешь, когда ты ведешь, где оно у тебя магнитит, а где уже просто ну, скользит, как по маслу. Еще раз проведи, не спеша. Где у тебя начинает магнитить, а где по маслу? Здесь, да, вот здесь да, нормально. Да, вот где у тебя вроде как сырое, там она у тебя еще магнитит. Да, о, вот. Поэтому ты эту середину не насилуй. Если ты будешь начнешь ее насиловать, то что? Произойдет вот эта проблема, она сорвет у тебя. Тем более у нас подполированная уже. Да, и ты представляешь, о, сколько ты тут ты сорвал с мусора, захватил. Ну, не важно, сейчас мы тебя исправим. Да, не важно. Сейчас, сейчас, сейчас. А вот видишь, я чуть усилия даю, видишь? Ну, сейчас ты почувствуешь. Мы это не сейчас исправим. Это не такая уже большая там, трагедия. Главное вот это почувствую, где, как происходит это чудо превращения. Значит, ты уже почувствовал, да? Вот оно придет, идет, где-то примагнитилось. То есть ты его не насилуешь, да? И что? Работаешь, ой, не в одном месте, работаешь не в одном, а стараешься захватить
эту плоскость и равномерно распределить вот, это, вот эту нагрузку по всему, по всей той плоскости, которую ты сделал венец. Ты же будешь делать не всю стенку сразу, Андрей, а будешь какой-то фрагмент. Это фрагмент будет там, ну, метр, может быть, на полтора, может быть, там, ну, как кто любит, кто 50 на 50 делает. Понял? Ну, такое, наш две ширины шпателя. Ну, вот я сделал фрагмент, а потом... Это мы подойдем к этому. Тебе главное вот этот чутье, как я говорю. Ты уже почувствовал, как правильно наносить, правильно? Да. Теперь тебе нужно почувствовать, как правильно полировать. Не насиловать его, смотри. И ты все-таки шпаклевщик. Откуда у тебя... Ну, я понимаю, откуда это, стоп. Годы тренировок. Да, да. Теперь смотри, ты не шпаклюешь. Представь, что ты рисуешь. Вот представь, что вот каждое движение, которое ты след, который ты оставляешь на Венеции, все читаются, все без исключения. Проведешь прямо вот так, вот такой след и останется на полировке. Значит, что мы делаем? Мы, видишь, небольшими движениями. Смотри, шух, шух. Вот как я как будто бы наношу материал, так я и полирую. Понял? Попробуй в одну сторону, в другую. То есть пользуйся, у тебя шпатель двухсторонний, а ты одной стороной. Попробуй одной стороной, другой стороной, так и потихоньку. Шух, она уже отполирована. Тут, я не знаю, тут уже, смотри, огонь. Ты видишь зеркало? Каток. А? Видишь, нет? Ну, я вижу. Но... О, она очень потрогает. Ну, скользкая. Скользкая. Образ катка. Да. Ребята, повторю, что это учебное видео. Профессионала прошу занимать или переключаться на другие видео. Вот. Чтобы не было комментариев, что мы полчаса или час делаем полквадратного метра. Это для новичков. Так что понял, да, Андрюша? Как? Да. Так, хорошо. Тогда переключайтесь. Оставайтесь с нами. Далее будем. Прошу любить и жаловать. Это Рекумовская Венеция. Там беленькая. Вот мы берем универсальные красители, вот они у нас уже в шприцах, и немножко добавляем по необходимости, там делаем тональность. Андрюша захотел розовый, ну, значит, то есть розовый, голубой, вот ему голубой. То есть она вот, если так посмотреть, замешивается, ну вот как... Какие у нее, ну, как. Можно делать с нее, конечно, как небесную акварель, но для этого лучше подходит, конечно, бриз, да. А для Венеции, ну, хотя, да, многоцветную делает, но она, у нее такая, ингредиенты такие жесткие или какие, нет таких плавных переходов. Вот. Лучше бриз, да? Да, лучше для этих случаев делать бриз. Там давай сейчас я тебе вымешу. Да, сейчас я вот. Там ребята меня просили делать там обзор инструментов. Ну, я где-то делал уже, ребята, обзор инструментов. Ну, могу там в двух словах. То есть нет какого-то там закона или канона по поводу инструментов. Выбирайте то, которое вам хорошо сидит в руке, отвечает там определенным требованиям. Там нету зазубринок. Что там, он с нержавейки, что там еще, какие там пожелания по инструменту. Ну, пожалуй, все. Ну, лучше профессиональный. Ну, вот, да, Андрей говорит профессиональный, ну, но... Еще момент по поводу ручек вот этих. Вот, кому-то больше удобная резинка, а кому-то деревяшка, кому-то, помнишь, такие есть даже дерево загнутое? Да, 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 да. Как у Павана, у старого Павана. Да, да, да. То есть тут нет каких-то таких, ну, не знаю, это все-таки личное предпочтение. Кто-то отдает одному инструменту, другому, третьему. Поэтому выбирайте. У меня, например, какой показатель? Там, взял инструмент, протестировать. Но тестировать это нужно его на квадратах 20. Вот если вот стенку, если дотянул, рука, да, еле-еле устала, то это... Вот, да, вот Олег мне подсказывает, что 20 квадратов оттянули им, рука свеженькая, еще можете хотя бы квадратов 20. Ну, это я шучу, конечно, ну, хотя бы 10, да, то вот это показатель, что вот он ваш.
Если вы оттянули стенку и чувствуете, что такой-то дискомфорт, кисть болит, да, или еще... кисть болит, или еще какие-то дискомфортные, все, значит, меняйте инструмент на другой. Ну, вот. Добро, значит что? Держи, это уже будет твое. Сейчас ты будешь показывать. Вот, вот помнишь то, что ты делал? Да. То, что ты делал. Ну, так положи просто. Не-не-не, я сейчас, там может мусор будет. Погнали. То, что ты делал, когда мы на фейдале, ну, участвовал, ты в. Или ты уже все это забыл? Нет. Вот так, как же ты делал на фейдале, так же ты и делаешь здесь. То есть положил, снял, положил, снял. Помнишь, что я тебе говорил, там тонкий слой, да? Вот, не, ну, стараться не перешпаклевывать. Вот. Если тебе тяжело, смотри, Андрей, если тебе тяжело этим, это все-таки такой шпатель для, ну, уже такой замашный, да, как мы называем, он больше подходит. Не-не, я этим. Что, у тебя тут какая-то еще зазубленка? Да-да, есть уже, ребята поставили. Да, ну тогда, да, попробуй, не-не. Попробуй, у тебя одна сторона у тебя нормальная. Да, ребята уже постарались ее. Да. По-моему, и та, и та пишет. Ну, по крайней мере, это тут врачинку переложи, чтобы она подсохла. Да. Ну, ладно, сейчас. А ну, Олег, дай ему. Ну, он должен свои, конечно. Да, ну тогда мы его подтянем. Нет. Ладно, тогда с этим, да, тогда уже. Пускай. Или отрабатывать ему надо его, да? Да, 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 да. Пускай тогда. Вот. Бери немножко. Положил, снял, положил, снял. Попробуй, смотри, попробуй не вот так, как ты привык шпаклевать, да? Не, нет, нет, смотри, как будто бы, вот, положил вот эту кляксочку, да, и снял ее. Положил, то есть не... Движение, да? Да, да, вот эти, попробуй движение там, как мы называем там, круговое. Можно, можно так, вот я видел там еще ребята, как так. Да, это уже да. Ну ты, ну пускай он себе выберет тот, который тебе будет ближе, понимаешь? То есть это не значит, что вот только так положил, снял. То есть выбери ту технику, понимаешь? Может тебе вот этот будет ближе, понимаешь? Попробуй ту и ту и ту и ту. Какая тебе ближе? То есть и та неплохо, и та неплохо, да, я так понимаю? Ага. Теперь то, теперь все это, видишь, когда ты обобщаешь, то ты тоже стараешься, не-не-не, стоп, не спеши, ты должен видеть, например, что каждый мазок, да, он оставляет определенный след на Венеции. Помнишь, мы говорили, вот останется, значит, что здесь тебе нужно? Летучие мыши, ползучие мыши. Вот здесь положить материал, да? И таким, чтобы оно не. Видишь, чтобы оно было. Ну до этого, ну ладно, сейчас мы чуть-чуть больше здесь положим, сейчас, может быть, перетянем ее. Потом. Где тут еще тебе не очень нравится такой. Да, здесь. Да, то есть тут тоже можешь положить материалчик. И тоже, видишь, материал ложишь в одну сторону, в другую сторону. Понял? Тоже старайся там избегать. Ну хотя есть такая тень, которая там и позволяет оставлять все вот эти там от шпателя. То есть тоже в этом криминала нету, например, итальянцы, так у них вообще это считается там пиком, писком. Да, писком. Поэтому ты. Главное, чтобы у тебя получился вот. Давай, как... Чтоб тебе нравилось. Вот. Вот это, наверное, самый главный показатель. Тебе легко, приятно работать. Ты найдешь свою технику и вот ее будешь там, и продвигать, понял? Единственное, что может быть. Это как, чтобы у тебя не было просто однообразия вот такого, знаешь, если ты уже вот так в положил, чтобы вот эти линии были у тебя и так, и так, и вот так, и вот так, и все вот так, понимаешь? Понял. Поэтому если ты, например, уже возьмешь вот эту технику, которую вот мы тебе показывали, вот смотри, да? Вот эту технику там положил, снял, да, то у тебя будут все вот, а значит что? Значит, надо разворачивать, видишь, шпатель, чтобы они были одна сюда, то есть вот такая, перехрестный был, понял?
То есть оно же не мешает, наоборот, какая-то калорий добавляет. Правильно, а да. Если ты будешь вот это все у тебя вот так? Просто тебе говорят о том, чтобы не было у тебя в однонаправленности, чтобы были более рисунок, да, работано. Дальше, да? Да, да, положил. Это уже три слоя, а сверху два. Я смотрю. А сверху один. Тебе еще, да, нужно понять. И не мельтеши, да. Сейчас, как-то ему надо донести. Пока он шпаклюет, ему надо рисовать. Смотри, Андрюша, а ну, попробуй ему донести. На. Фактически, как мне, так я ему. Ну вот так и да, как я. Вот смотри, еще можно, я тебе покажу один момент. Вот Олег вроде как начал говорить об этом, но так и остановился, я не услышал. Может, мы сказали, но я не услышал. Вот если ты ложишь, допустим, вот ты положил вот в эту сторону, да? Да? Угу. То снимаешь ты снимаешь в ту же сторону. Понимаешь, вот ты положил вот, и в эту же и снимаешь, а ты сними ее в другую сторону. Где линия? Понимаешь? То есть положил, а снимаешь ее в другую, понимаешь? Или такие неровные, а так вроде как, вот, видишь, и линии нигде не будет. И у тебя вот эти вот окончания, они будут не вот такие, знаешь, как просто как ты пошпаклевал ровными линиями, так оно у тебя и останется. Вот попробуй. Это только с краев, ты когда рамку выводишь, что ты можешь и то никогда ровно не веди, а вот так как-то там, или вот так как-то сразу. То есть нет у тебя ровных линий, запомнив. Это не шпаклев. Понимаешь, да? Вот тут добавляю. Вот здесь. И вот здесь добавляю. Вот тут и вот там. Так, ну что? Олег, может, я котик сейчас, может, котик запускать? Не-не-не, если ты от края пошел, от края у тебя ничем не обязывает, это рамка твоя, понимаешь? А вот если ты в середине уже, вот если ты, стена у тебя, да, ты идешь с этого угла в этот угол, с того угла в тот угол, то есть вот такой диагонали, понимаешь, вот такой. Понимаешь, зачем нужны вот эти неровные края? И чтобы у тебя не оставалось, вот. То есть никогда ровно не веди по Венеции. Все у тебя вот в таких вот должно быть. От рамки ты идешь, не от рамки, но все равно ты все делаешь неровными движениями. То есть забывай, ровное движение это не шпаклевка. Забывай. Вот это основная разница и трудность. Да, трудность. Если ты привык шпаклевать, ой, я помню, как сам, оп, стоп, грязь уже пошла, сухое. Вот если попадается сухое, пошла расческа, то лучше чистить шпатель. Это значит, уже где-то прикипело на лезвии материал. Извините, да, прочищай ее. Слышишь, а ну набери Володе, скажи, что будет Костик с этим, с кляном. Да, на 3 часа они успеют. Они успеют? Да, 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 ну сказал, я только что общался с Костиком. Так, смотри, стой, все, уже ты, уже все, то есть у тебя должна быть, как у хирурга, все это уже не подходит для Венеции, то есть ее помой. Ну, да, не маленький. Сейчас пока там Андрюха моет инструмент, я немножко поправим. Ну что, ребята, могу сказать, летом, Андрей. То есть самое главное, конечно, техника техникой, но ты самое главное, чтобы у тебя было чутье. То есть это, ты получается все-таки, как ни крути, а это будет художественная, понимаешь, отделка стен. Уже это, уже ты рисуешь.
То есть это у тебя вроде как мастихина. Ты видел у художников такие лопатки? Они рисуют ими. Не видел никогда? Вот получается, это твой мастихин. Или это твой мастихин, неважно. Но главное, что ты уже понимал, что ты можешь добавить там, где тебе необходимо, по рисунку. То есть это у тебя вроде как краска. Ну, назовем ее масляная краска. Пускай это будет. То есть это у тебя полотно. Ну, я понял. Понял? И ты рисуешь. То есть ты положил мазок, мазок снял, положил мазок, мазок снял. Ты сможешь в какую сторону его лучше снять, чтобы был, ну, ну да, чтобы был хороший эффект от него. Наверное, здесь перестарались, да? Нет, тут еще, здесь, нет, кстати, тут, тут ничего не перестарались. Тем более у нас еще там есть. Нет, нет. Сейчас твоя задача, вот ты его положил, вот, я его сейчас немножко там, ну хотя даже потом мы можем его, сейчас твоя задача, ты уже помыл шпателек, вот сейчас ты его пробуешь только салфеткой, чтобы он мог нас только вытирать. Нет у тебя ничего такого? Так подожди, пускай это чуть-чуть, вот там царапину подправить, здесь чуть подправить. Да не, пускай полирует. Полирует? Да, уже пускай полирует, он пускай чувствует. Полировки, начиная с легких, с легкого нажима, заканчивая сильнее. Сейчас. Вот ты в легком виде прошелся. Как? Любое движение заканчивается протиранием. Не, 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 да. На. А на, здесь на, уже, на. Да, здесь вот уже на. Только полукружком ты делаешь. А ну, Олег, надо попробовать. Донес. Ну сейчас, вот он. Да хочу, я из-за кадра хочу. Не-не-не, опять-таки, вот любые твои ровные движения, вот они так и заполируются ровно. Даже если ты полируешь, старайся точно так же, как ты их, вот с легкого нажима, ты его приглаживаешь, приглаживаешь, и постоянно проверяешь вот это дело. И все время вот ты старайся как-то так, вроде ты тоже рисуешь, потому что вот слегка, все пройди слегка. Потом второй раз сильнее нажим. И еще сильнее нажим, и все. То есть три раза максимум, по-моему, здесь для акрила хватит с головой, да? И ты уже даже потом будешь чувствовать, когда ты будешь вести шпатель, что ты уже ведешь не по прилипающей поверхности, а по льду, как такому, знаешь? Да, я уже тренировался. И да. Опять вот ты переходишь на ровное движение, опять ты на ровное движение. Да, немножко... И старайся весь образец. Потому что в одном месте ты уже 3-4 раза прошел, а какие-то места у тебя остаются вообще нетронутые. Старайся все равномерно контролируй, как ты проходишь. И тогда ты сам увидишь, что ты достиг. И вот теперь понимаешь, почему были рустики большие и чем они чреваты. Вот мы не дополировали рустик вот здесь. Сейчас мы так покажем, может быть. Вот здесь недополированный рустик. Вот представь, вот в этом месте материала ложится больше. Да. И вот здесь больше, да? И когда ты его полируешь, что происходит на этом месте? Подорвет. Просто подорвет, потому что ты верхушку схватываешь, а низ сырой. И получается, ты с сырого срываешь уже полированную верхушечку. Поэтому вот это эффект того, что ты легенько проходишь, ты как бы его еще немножко сушишь. Сильнее еще сушишь, но не насилуешь. На одном месте долго не гуляйся. А так, здесь два раза, здесь два раза, здесь два раза. Все. На одном месте долго будешь играть, порвет и там. Даже на маленьком слое детации. Понимаешь, и постоянно протираешь шпатель. Не забывай протирать. Один раз провел, следи. Один... А чувствуешь, если где-то пишет? Может быть, у тебя... Да нет. Ну, я смотрю, вот это от чего появилось. Видишь? Это оставалось. А, это то, что было? Мы доделали, да. Потому что вот остаток, то, что мы перемазали. Ну, ты чувствуешь уже? А здесь я когда пошел мыл шпатель. Но на эффект, на ощупь уже венецианка чистой воды. А ну, да, я покажу. Ну, уже вот, лед видно. То есть, эффект отражения уже все видно. То есть, теперь возвращаемся к тому, что ты делал на первом слое. Вот наши большие рустики. Как они вытянулись? То есть это уже не белый.
А уже такой желтовато, только потому, что мы его застеклили, когда чухали, да еще и переполировали голубым, наложили на полированный, правильно? А там, где мелкие, вот они и мелкие и остались. Вот видишь, пошли мелкие-мелкие, еле-еле заметные. То есть, вот как ты хочешь, чтобы у тебя был рисунок, так ты должен делать первый слой. Подложка, да. Понимаешь? Чтоб ты хочешь где-то вылезти больше, вот широкие такие, делаешь их больше и щухиваешь их больше, чтобы они были такие. Понимаешь? Хочешь, чтобы еле такие еле-еле были заметны, делай как можно тоньше. Есть. Вот и вся так, картина. Ребята, ну что? Вам там неслыханно повезло. Мы сейчас вернемся. Не, ложи ее так. Да. По многочисленным просьбам наших. Как делается двух? Да, телезрители, да, решили показать вам многоцветку. То есть мы, получается, был у нас голубый. Да, был. Ну, то есть тут два цвета. Тут бирюзовый, ну, было, да, зелененький, и потом добавили голубого. Да. Вот голубой, а вот бирюзовый. Да. И вот как получается, перекрывается. Да. Вот. Олег сейчас у меня сменит, он много говорит. В общем, подложка у нас была, дорогие друзья, голубая. А, ты будешь. Я держу, видишь? Держу. А цвет мы берем, сделали, ну вот, чтобы так, вот бирюза, да, такой. То есть больше зеленого, чуть-чуть капля синего, и получилась бирюза, да. В итоге, вот уже Андрюша наш наносит. Подожди, ты спрятал, да? Ну, я смотрю. Кого спрятал? Вот. А, не пишет вроде, да? Да не пишет, он уже все нормально там у него. Я же ногтем проводил, вроде не было уже ничего. Есть. Давай, он помоет, я пока этим еще. На. А не, цепляет мусор, значит, тогда. Ты не следишь за... Ну, не следит еще. Рамку помнишь, от краев. И, в общем, к чему мы, что я хотел увидеть, это Олег по моей просьбе тут двухцветку решил забыть, дал добро. Хотел увидеть, как, ребята, делается именно двухцветная. Ну и что получается, если мы слой перекрываем слоем другого цвета? Что получается? Ну, сейчас мы попробуем донести, что выйдет. Ну что здесь видно? Ну, синенький еле-еле просвечивается через бирюзовый, еле-еле. Может, когда при полировке вылезет. Так что... Но у меня такое ощущение, что мы на втором цвете не остановимся. У нас будет еще и третий цвет. Олег говорит, чтобы вы не увлекались, но он пока там сидит далеко, мы сейчас быстренько третий цвет все-таки нанесем. А ты что, решил еще и углы подчухать? Ты снизу, снизу так раз, раз и... Не-не-не, вот снизу и все, в одну сторону, в другую сторону, в одну, в другую и ушел, да. И сильно не перешпаклевал, потому что ты перекрываешь же слой голубого. А мы же хотим увидеть, что получится, если, да, вылезет ли синий наружу. То есть тебе нужно вообще в ноль практически снимать его, чтобы и синий был, и зеленый был, ну, бирюзовый. Пускай уже полирует. Пускай полирует. Все, полируй. Надо свой шпат. Полируй. Может, ему не полива, может, пускай еще добавят здесь немножко. Ну, там такие эффектики. Не пишет, да, уже? Уже гарно. То мы просто Андрюше шпатель выводили. А то, видать, у него на объекте кто-то взял и саморез тыкнул. И такая яма на шпателе, что мама дорогая. Олег полчаса возюкался с наждачкой. Я 15 минут. И в итоге Андрюша стал счастливым обладателем очень заточенного шпателя в итоге. Помнишь, мы говорим еще раз? Мы рисуем правильное движение, получаем правильное рисунок.
Не спеши, как это. Спеши, ну, не, ну, не. То есть это такая работа. Ну, для нас свободы. Получи удовольствие от работы, ну, от внесения, от материала, вот прочувствуй материал. То есть, практически, ну, масса, да, крем другие. Все, давай ему переворот, и чтобы он сверху вот эту часть перенес он. Да. Вот так вот, оп. Крем-бруле. Только старайся снимать в ноль. Получай радость. Если радость будет, будет гарненький рисунок. И почухивай немножко, с патли себе почухивай постоянно. Бо лезвие прикипает сразу. Если ты возишь долго, то прикипает лезвие сразу. И давай уже полируй его. Да, добро. Да. Подожди, а здесь нанести? А, тут нанести еще. Да. Да. Поехали. Живо, живо. В ноль снимай. Ничего не оставляй. Да, ничего не оставляй. Перекрывай все то, что ты не перекрыл. И все. И полируй. Вот это место вышло еще. Все. И давай. Все, погнали полировать. Все. Давай, давай, давай. Полируй все. Только тряпочку в зубы сразу. Отсюда весь мусор, понял? Поэтому стражим здесь аккуратно. Ты мусор, помнишь, как у тебя было? Мусор можно с края захватить, и потом испортишь всю картину. И вот ты чувствуешь, как оно тебя магнитит. Андрюха, чувствуешь? Да. Поначалу магнитит, а потом этот магнит уходит, 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 оно все глаже, глаже. Чувствуешь это? Да. 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 Андрюха, пошел. Олег, да, оставь этот образец в покое. Мы сейчас это будем делать, не хватит материала на это. Я со шпателя. Ладно, я думаю, пока оставлю. Поливать ты уже научился. Даже четыре. Да? Да. Еще раз освоить вот эту технику. Тик-так, тик-так, сейчас вот, вот шпатель. На, снимай. Он снимай у меня. Мусор, да, 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 все чисто. Да. Это вот так. Во, вот так, да. А я помою. Да я помою. Я просто смотрю, чтобы тебя показать в эфире. Да, так ты комментируй. Андрюху показать в эфире. Если ты устал, давай я тебя снимаю. А, не, что-то есть. Нет, ты что, не видишь? Нет, ты можешь глядь на шпат. Или сверху, сверху задел. Да. Сейчас, сейчас. Вставил. Так, значит, смотри. Помнишь, положили, сняли. И помнишь, как мы говорили, в одну сторону положил, в другую снял. В одну положил, в другую снял. В одну положил, в другую снял. Молодец. Так. И помнишь, мы говорили диагональ, то есть уже привыкай, что у тебя эта стена. Не перешпаклевывай, старайся на то, которое ты уже материал положил, не возвращаться. Так.
Мало материала, еще возьми материал на шпатле, чтобы у тебя была хорошая такая, там, такая булька. Положи в одну, снял в другую, ты шпаклюешь. Ты сейчас шпаклюешь, положи в одну, снял в другую. Положи в другую. Так, положил, снял. Пишет, да? Нет, там, пока шпаклевает. Пишет. Пишет там, где-то захватил, может, песочек. Не важно, давай. Ну или если важно, значит стой. Ну, сейчас мы этот материал уберем. Стой. Это вот прихватываем. Вот сюда убрал, больше сюда его не берешь. Отдельного материала. Смотри, положили. Видишь такую кляксочку. Не бойся кляксу ложить. Эту кляксу с ним снял. Положил кляксу, в эту сторону что-то снял. В нем уже есть. В этой куче. Не знаю, что там есть. Положил, снял. Снял. Мне кажется, надо его еще на тонком. На нулю. Да, на, да, где-то такое ощущение, даже как нет у него еще этого пластичности. Нулевочка еще надо снять. Ну, кружок, наверное, да, такой. Да, 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 наверное. То есть мы у вас как можем подождать или там дать ему какую-то еще чуть-чуть, о, видишь, дать ему форки. Сейчас мы еще доведем, да, еще не готов наш сам шпатель под Венецию. А ну, еще попробуй его. Еще его почухать? Ну, не почухать, уже нету, ну, вот этой... Дырки нет, дырки, а есть вот это. Просто его, да, на той мел, ну, помельче наждачки. Так, что ж тут еще тебе? Не шпаклевать, помалевать. Хорошо. Еще раз к нашим ранам. Не обращай внимания на то, что у тебя получается. Какой рисунок, все это. Просто делай правильное движение. Попробуй. Положил, снял. Да, и кляксы, старайся, чтобы у тебя были они одного размера. Понял? Мало материала, значит добавь материал. Но кляксы у тебя должны быть... Чувствуешь, что кляксы другого размера, значит добавляй материал на шпатель. Это маленькие кляксы, ты должен пользоваться всей плоскостью. Смотри. Видишь, то есть клякс у тебя вот убрал, положил. Видишь, клякс у тебя должна быть большая. Положил, снял. Попробуем делать большие кляксы. О, положил кляксы, снял, молодец. Положил кляксы в другую сторону, снял, молодец. Положил, снял, так. Не-не, ты... Нет, не надо. Вот не помнишь, надо? мы говорили о том, чтобы не возвращаться сюда. Угу. Вот. Если ты начинаешь возвращаться, то получается у тебя такая вот беда. Вот. Не возвращайся. Потом, оно чуть-чуть прихватится, потом, чуть-чуть дать ему фору, угу. Вот. И потом ты еще раз вернешься, и там... Можешь потом исправить, видишь, тогда... Вот это как сделать образец? Пока, Олег, не мешай, Олег. А ты почему? Ну, ну, прошу тебя. Олег, отойди, пожалуйста. Значит, понял, да, положил, да, снял большие кляксы, не возвращаешься, да, молодец. Ага, это у тебя слишком ты снимаешь. Попробуй таким, да, вот. Вот я положил, да, и не, вроде как не сильно такое делаю
мазок. А я, моя задача только, снять кляксу. Видишь? То есть моя задача эту кляксу не растянуть по, образцу, понял? А эту кляксу просто снять. Ты положил кляксу и снял кляксу, ничего больше. Положил кляксу, снял кляксу. Положил, снял кляксу. Так, хорошо. Положил кляксу, снял кляксу. Снял кляксу. Так, положил, да. Ничего. Там не попало. Значит, да, вот сюда его. Нет, да, вот сюда, Все, положил, снял кляксу. Снял кляксу. И это, ты вспоминай, что материал у тебя должно быть всегда достаточно на шпателе. Да, положил кляксу, снял кляксу. Положил кляксу, снял кляксу. Попробуй два пальца, так у тебя не устанет, да, на больший объем. Всех возьму. Да, отлично. Отлично, да, положил, снял. Молодец, молодец, молодец. Да, и смотри, вот то, что у тебя, например, Андрюш. Вот такой, да, слой. То ты можешь еще сюда кляксочку положить, понимаешь, чтобы выровнять. Когда ты будешь полировать, чтобы у тебя уже был более-менее красивый рисунок. То есть ты так и оставишь, что вот этот вот, эти все переходы у тебя также останутся и на, ну, на Венеции. То есть это, помнишь, мы говорили, что рисунок, он задается каждому движению. Алло? Так что видишь, что там не очень красивый рисунок, но не, это не значит, что красивый, ты, как с первого раза. Смотри, это не значит, что вот ты положил, и тут ты хочешь сразу же получить, ну, шикарный рисунок. Так не получится. То есть ты будешь поклевать, потом будешь плеваться, потом матюкаться и так далее. Нехорошее слово. Поэтому ты прошелся для начинающих. Да. Но мы пошли еще дальше. Мы пошли дальше, и мы фокус. Да, тут... Уже я уже не как сказать, разошелся. А какие приходы? Да, что мы делаем? Этот Олег, расскажи. Да, мы что, мы взяли воск, который для... Не трогай, я тебя подведу. То есть, пока ты сюда, туда, воск по Марсельчику. И вот это что, как называется? Ну, это китайский шелк. Китайский шелк, только отколированный вот, там голубым. Да. А может что-то еще, это уже экспериментальный вариант, что тут написано. Ну, трудно поэтому определить, что это. Ну, по мне так китайский шелк отколированный голубым. Вот. Может это экспериментальный там перламутр, который уже в голубом цвете. Может быть это такой вариант. Ну, неважно, ребята, суть-то мы в чем коснулись, что вот у нас был Марсель под низом, да, потом мы накрыли это Венецией, Андрюша потренировался. Ну, вот. И вот мы сейчас, ну, видим такой вариант, да. То есть что можно с этим вариантом еще, так сказать, сделать еще какие манипуляции. Вот я предлагаю вам следующее. Воск по Марселю и китайский шелк голубой. Ощущение, вот сейчас Андрюша возьмет это и будет делать, и вот будет комментировать же. Будешь рассказывать. Движение делай, вот как будто бы это у тебя Венеция, только перламутровая. Очень сильно разбавленная. Да, как будто бы перламутровая Венеция. То есть те же движения положил, снял. Угу. Понял? Тоже не сосредотачиваешься на каком-то определенном участке. Вот на там. Какие чувства? Положил вот сам материал. А? Как крем, масло, крем какой-то. Крем, да, крем. Вот Андрюха говорит крем, только перламутровый крем. Ну, воск, по большому счету, да? Воск. Он и в Африке воск. Смотри, чтобы мне на руки не попало, да. Вот так. Не, бережно так. Давайте покажу. Так, уже перед камерой немножко сконфузился. Давай, сейчас я еще. Потому что начинает уже написать, его надо быстро носить.
Что здесь основное? Ну да, это все-таки не тот воз, который по Венеции, да, который, как мы говорили, горное мыло, это все-таки воз, который рассчитан, чтобы вы наносили его там губками. Поэтому работаем быстро. Но преимущество здесь в нем следующее, что мы можем им же, да, работать, наверное, как, ну вот если там быть знакомы, там как мультидекором. Вот есть такие там лазурьки, есть воски, вот мультидекор, вот он где-то 100 серий, как мультидекорный вариант. То есть можем добавлять там каких-то там прожилочек, да, если нам там какой-то там не очень нравится рисунок. Вот уже видно, да, эти прожилки? Олег, видно им? Вот я туда оставил прожилки. Да не так близко, я так близко, как будто я не напишу. Макросъемку будешь снять. Ну, конечно. Нету там такого, такой функции. Она себе снимает. А у нас будет. Нет, такой функции. Ну, что ты делаешь, Олег? Ну, что ты делаешь? Олег, ну что, я же объясняю, нету функции макро. То есть по большому счету, ну, можно так назвать, прозрачная, может быть, Венеция, можно так обозвать, да, там, если мы берем воск, то это у нас практически прозрачная Венеция. Чуть колернули, значит, вот полупрозрачная колерованная. Добавили перламутр, получили мадреперлата. Вот, если кто знаком с таким материалом, то вот где-то. Только здесь опять нужно осторожно быть, потому что, ну, не возюкать его. То есть он будет, конечно, у вас там пятнить черни, поэтому вот прошли, вот, и дали ему подсохнуть. Быстро, да, такими движениями, чуть-чуть смелыми. Все, и дать, пускай сохнет. А здесь мы пройдемся, уже можем взять воск. Ну, я думаю, можно. Ну ладно, пускай стоит. Пока стоит в сторонке можно. Здесь, ну давай здесь еще посмотрим, что здесь можно. С этим? Ну, можем этим. Посмотреть, что здесь можно сделать. А можем добавить, а ну, Олег, есть в наличии воск, который для Венеции, вот здесь, там, в этих баночках? Чтобы она не так сильно прихватывалась. Нету? Что-то воски немножко попадаются. Не страшно. Мы где-то с этих прихватываем, с углов. Тут мусорочек. Ну что там, Олег? Ничего пока не видно. А каком по буквам называется? По буквам нет. Там просто этикетка зелененькая. Если его нету, то. Ну был, ну. А вот тут, что стоит? Самая крайняя банка, ВОСК написано, ИР-52, не оно? Где ты его видишь? В самом углу. Вот там аж? Да. А ну, Андрюха, посмотри тут. Нет, это ВОСК, который... Такой же самый, да? Да, по-видимому, он закончился. Вот. Ну, неважно, нет, все, тогда ставим пока в покое. Образцы. Есть белое лицо. А? Белое лицо. О, нашел. Нашел? Да. О, а ну открой, он там хоть пустой. Может, он пустой. Открывай. Открывай. Али. Так, вот Олег нашел. Воск уже по Венеции. Ты уже показал, какая этикетка.
Да, ну, ну что это, ну, как мы говорим? Спецификация IR-52M1. Да, вот мы его разведем вот уже с нашим воском для Венеции, вернее, воском для Марсельчика и с воском для Венеции, да еще и с китайским шелком. То есть вот получится у нас, ну, авторский воск по Венеции. Да, вот свисток так получается. То есть он уже не будет, конечно, так прихватываться, да, как у нас тот воск, который по фактуре на ощупь, он будет тоже читаться по-другому. И вид тоже у него будет поинтереснее, да. Глубина. Да, глубина. Тут вот то, что любители просят, вот как делать Венецию, вот они столько слоев, и думают, что вот на каждом слое она будет у них все там. Чем больше слоев, тем будет на глубину показывать. Глубина получается, да, от множества слоев, только эти слоя, они должны быть прозрачные. А прозрачность, ну, добивается вот такими полупрозрачными материалами. Это воски, можете там в ту же Венецию, да, вот мы, помните, показывали вам, что взяли Венецию, смешали с воском по Венеции, получили там авторскую Венецию, такую, как восковую Венецию. Сейчас, Андрюша, я тебе дам этот материальчик, ты его попробуешь. Ты уже тот пробовал? Где-то, может быть, почувствовал, как он прихватывается, да? Вот там. Вот, а сейчас... Давай я этим воском перемажу, чтобы он попробовал. Вот я же ему сейчас дам. Давай. Подожди, подожди, я хочу тут поправить еще. Перемажем. Дай, 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 Олег, я еще не закончу. Ты хочешь обобщить? Да я тут мне где-то то ли промахнулся, то ли не промахнулся. Ну вот он, да, он уже полируется, он зря, уже как венец. Сейчас, Андрюша, дадим, пускай он. Мама, ты чувствуешь это? Да. И да, и скажешь, вот да, как тебе тот воск, как этот воск. А чуть-чуть. Да. Этот легче, да, тот не так прихватывается. Ну и опять, еще мы сделали. Это же мы сделали практически один к одному. Да, ребята говорят, ну да, дорого, я считал дорого, конечно, там 5 литров. Воска по Венеции, который стоит там 300 гривен, вот, и смешивая с Венецией, да, дорогое удовольствие. Но если мы возьмем и смешаем вот один воск, который у нас для, ну, для Марселя, который дематывает, с этим воском, то получается уже более демократическая цена. Поэтому тоже берите на вооружение этот вариант.